Всем привет, это Гром. Приветствую всех зрителей и гостей канала. Подписчикам привет огромный. У вас уже официально почти 400. Как бы не знаю, что тут случилось такое странное, блин. И тем не менее, блин, то ли что-то удалилось, то ли я не понял. Как ни странно, у меня было за день почему-то плюс 80 подписчиков почему-то. Почему так, я не знаю. А потом резко пошло на спад, минус 30, минус 40, и все. И пришло на место. Может, я не знаю, откуда они взялись, а, блин. Какое-то было волшебство, блин. YouTube как бы обновился. Кстати, Арк тоже обновился. Прям так весело стало. Стало очень много багов, блин. Какие-то посторонние звуки добавились, блин. И всякая прочая чушь, блин. То бывает животное заглючит, то провалится сквозь структуру, то в камне застрянет, то что ж какая-нибудь бредятина. Я думаю, они обновят, что-то сделают нормально. А в итоге ничего хорошего они не сделали, блин. Опять все то же самое. Ну, короче, бред сумасшедшего. Молодилка, зараза, отдыхай. Так, ну чё, блин, в принципе, сейчас налуплю этих гадов и начнем новое видео. Ну все, попрём понемножку. И, собственно, думал и начал разводить дудошек, блин. Просто мне интересно вырастить большого дудо и посмотреть, что с него получится. Брал их, короче, кучу. Я не знаю, сколько у меня их тут, блин. Короче, прям много. Сейчас я вызову еще 202-ю. Я же ее приручил давно-давно. Вон они у меня, заразы, стоят. Эти спариваются. Как бы они еще пока у меня маленькие. Потом в дальнейшем будет видео, там они уже побольше, там уже больше 2 метров. Но это видео уже будет потом. А то что-то... О, яичко. Так, а кто-то тут еще кому-то... Может, уже это 2-метровое. Это 1,70 м почти. Да, блин, слышь, да, ну давай подвинься, ну. Да что ты будешь делать, а? Ну давай, ну двинься. Ты такой большой дуду. Да, конечно, жизни не очень. Жизни прям маловато. И, кстати, с этих больших дуду появляются... Ну, можно получить вот эти перья дуду. О! Все на месте уже. Прилетело. Только с этих больших дуду можно получить. С маленьких не бывает такое. Давай, залазь. Я не понял. Ты что, напнуть? О, все на месте. Заработало. Все отлично. Так, блин, что-то так светло, так капец, надо эту дрянь надо снять. А то ничего не видно. О, так получше. Здрасте, как ваши дела? Что такое? Только зашел, ты уже обсерилась. Это кто у нас такой? Это мужик. Мужик, ты давай подвинься, мужик. Я вас уже таскать уже не могу, блин, поднять уже не могу. Когда они больше 1,20 м, по-моему, уже. Они, их уже, короче, поднять нельзя. Да что ты будешь делать, а? Ну, двинься, ну. Ты будешь париться или нет? О, все, пошло, пошло. О, нормально пошло. Давай, стой здесь. Да, здоровые дудухи такие, капец, блин. Сейчас у меня в последующем видео будет там, они прям огромные, они, блин, больше дверного проема, вот это, они прям высокие. Ну, потом я его сделаю, короче, доделаю. Как бы, блин, ну прям муторно так разводить, если честно. И, кстати, их надо прям кучу заводить сразу. Штук хотя бы, я не знаю, 6-7, блин, вот так вот. И желательно одного мощного самца. И самок побольше. Так, ты у нас какой? Ты у нас такой большой, почти ростом с игрока.
Вот это самка выше игрока, блин. Та, которая слева от меня. Так, ну все, там уже идет. Процесс пошел. Стой, давай на месте, а то сейчас опять убежишь куда-нибудь. Ну, уже почти. Давай, иди сюда. Че, стой, давай на месте, сейчас убежишь, зараза. У тебя сколько ягод, куча. Дай мне ягоды. Тебе слишком много. О, есть. Так, где оно, яичко? Яйко. Что тебе надо мелко? Где отсюда? Да, алло, где яйцо? Ну, о. Ну, еще. Жратва. Так, а ты, короче, спариться не хочешь, да? О, у тебя 2,5 часа. Это долго. Так, ну теперь отсюда вылезти как-то. Все, погуляли, хорош. У меня кондюшника нету, блин, ну, как бы, пока и так сойдет. Яйца дудо, их несложно выращивать. Так, это нафиг сожрать все, блин. Какаша куча теперь, капец, блин. Кстати, если дудок завести, это прям кошмары. Говна будет, блин, куча. Даже Фиомия нафиг не нужна. Они-то они так, как каках. Дают много, это прям кошмар. Так, ну все, пускай выращивается. И пока месяц оно там вылупляется, блин, выполню еще там одно задание у меня есть. Как бы там какое-то яйцо карбонемиса. Оно у меня как бы есть. Мясо вяленое есть. Ну все, пускай готовится. Сейчас немножко мне опыта дадут. Пока у меня 72 уровень. Как бы не обращайте внимания. И, кстати говоря, я был всего лишь в 2 пещерах, если что. Как бы просто по заданиям и по двойному опыту можно получить уже такой, ну, вот такой уровень. Тут ничего такого нету. Ну, давай, давай. 3, 2, 1, ну. О, один есть. О, большой какой. Так, эту хрень выключить. Так, заклеймить. Так, что ты, блин, да где костер? Так, это ты? Так, я тебя уже заклеймил, да? Угу, ты вот этот рыжик убежал от меня. Ну, стой. Так, угу. На тебе что-нибудь пожрать тебе. Кукурузки тебе. Пока мало. Ну, что ж поделать. Так, тебе мы дадим лимончика. Ты что, у меня того всего. У меня куча сейчас. У меня грядки на крыше растут. Так, ну все, корм сделанный. Эту фигню все закину, чтобы она мне как бы нафиг не нужна. Как у тебя дела? Еще тебе надо? Не надо? Ну ладно, гуляй тогда. Ты такой прикольный, мелкий. Кстати, они потом рождаются уже прям большие, блин. Прям вообще прям. Что-то такое. Паучок на повышение у меня пошел. Мы тебе выносливости дадим. Что-то у меня по ледяной пещере провез нормально. Так, а что-то где-то у меня еще один застрял, да? Что у нас такое-то? 194-й, понятно. Надо еще одного паука вызвать. Потому что он у меня, походу, вот он, 169-й. Он у меня возле пещеры так и стоит, бедолага, блин. Сейчас его домой вызову. Так, Нуркута, Нуркута. Выкину все тебе это. Все, пускай делается. 70 штук, ну что ж, пригодятся. Сохранение, как всегда, нафиг не нужно. Это, кстати, вот эту ерунду мне случай понадавали, блин. Как бы потом она пригодится, потом даже куда-то буду вести. Открывать инграммы я не хочу, нафиг они вообще мне не нужны. Так, на починиться броня, блин, уже прям такая ни о чем. Всю фигню лишнюю поскидывать. Кстати, да, мне этот дали еще чертеж трицератопса, прям нормальный такой. Сидушку. Ой, трицератопса, тиранозавра.
Так, а на теплые башмаки мне, короче, не хватает, да? А что же мне делать? Вот я что-то тут заказался между шкафов. Капец, я ее вообще даже не идет. У нее вес маленький, блин. Да блин, я еще и застрял. Опа, не понял, где это я. Что за фигня? Да. Ну, это нормально. На шкафу. Под шкафом возле шкафа. Да уж. Ну ладно, бог с ним, пускай стоит. Что такое? А, я забыл вам свистнуть, да? Сейчас мы вам свистнем и гуляйте. Всего, гуляйте сами по себе. Так, что-то у нас, блин, есть. Лямончик. Нате вам жрачки. Что-то 4 лимончика. Нате еще морковки. Так, что тут еще? Лимончик. Стой, клуб. На тебе лимонов. Как бы без разницы, чем кормить, блин. Так, ну поперли дальше. Ну что, теперь будем выполнять дальше миссии. Что там надо у нас было? Меховую одежду. Сейчас ее оденем. Что-то варежки, да? Шапка. Да, башмаков, зараза, нету. О, нормальный такой чертеж на спинчика. Хоть не открывать его, и то хорошо. Так, а верстаки я не могу сделать, да? На варежки хватает, на башмаки нет. Угу, ладно. Тогда что, возьмем чуть-чуть металла. Где-нибудь вот так, наверное, да? И заберем шерсть. Так, ну ничего, ну и все, наверное, да? Я думаю, да. Ну, все, поперло тогда. Сейчас надо будет где-то раздобыть шерсти. То есть, как говорят, шкуры. Ну, это где-то, наверное, на севере. Сейчас орёдочком. Слетаем по Шурику кого-нибудь замочим. И все, миссия будет пройдена. Ну, все, что, погнали. Ну, в общем-то, я далеко на север не попер. Как бы я остановился здесь, бобры бегают. Сейчас я с бобра на убру. Мне немножко совсем не хватает. Ну вот, я уже нарубил. Сделал. Сейчас их одену. Так, а теперь ищем знания о своих предках. О, тут прям таки недалеко. Прям таки вот тут. Блин, ничего не видать, уже ночь. Ну, давай, давай. Где оно тут? Где-то прямо оно недалеко. И что? И где? Стегозавра вижу. А где? Чемодан. Чемодан, где чемодан? Чемодан, чемодан. Что это дерево, зараза. Я не люблю вот среди деревьев искать что-то. Прям вообще ничего не видать. Так, ну где оно? А, вот оно, походу. Так, дерево нафиг срубим. Ну, а? Димар Падуна. Ну, все. Заметку взял. Теперь двойной буст будет. Так, кто тут ходит, да? Не понял. А, это мухи. Ну, как бы нафиг. Они не нужны, эти мухи, они вроде не нападают. Я что тут делаю? Холодно дышать, согрейте руки. Ба-бам. Все, есть. Двойной опыт. Зарубить. Крутые тапки зеленые дали. Теперь можно на дискотеку у них сходить. О, теперь я в крутых зеленых тапках. Так, а что там дальше? Полное множество. О, это да, это надо прям на севере лететь. Это надо пингвина мочить. Из них органический полимер будет сыпаться. Ну что, что-то поделаем. Ну, все равно придется лететь на север. Так, а куда лететь-то?
Так что шут левее. О. Где-то вот туда. Сейчас факелок зажгу. И все, и попру. Деревья. Ничего не видать, ночь. Ну, попёрли на север. Ну, вот я уже на севере. Уже день. Как бы вот они, заразы, бегают. Правда, не знаю, как, какой принцип чем-то их мочить. Не знаю, дубиной там, не знаю, мечом, топором. Как бы вообще без разницы, блин. Может, что-то больше, что-то меньше, блин. Не знаю, обычно чем придется, тем их и бил. Так, орел, да колбаса, да? Он сдох. Он еще один летает. Давайте сюда, зараза. Да отстань ты от моего орла. Ты смотри, тварюка, а. Ну, давай. Ну. Вот забодал. Ты смотри, блин, я по нему попасть не могу. Прям над ним. О, есть, сдох. Все, спокойной ночи. Так, орёлчик, побежали сейчас. Еще за колбасем пингвина глупого. О, один есть, еще один там был. До свидания, органический пальмер есть. Еще мелки. Кстати, иногда бывает кайруку задание ежедневное. Как бы можно вырубить вот эту юнецкую кайруку, и как бы оно будет пройдено. Надо там их разводить или что-то такое. Как бы этого будет вполне себе достаточно. Ну что, тут еще где-нибудь есть кто-нибудь? А? И что? И где? Мама-то видел там. О, собаки. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Придурки. Чё без жали, блин, зачем? Так, поесть, обосраться. Шкуру тебе нафиг отдать. Полимер тебе отдадим, все тебе поотдаем. Нефть, рох. Эту хрень все лишнюю выкинуть. Потому что это тупо вес, блин. Как бы он нафиг вообще не нужен. И чё? И где тут ещё кто-нибудь есть? Олень куда-то пошёл. Он щёлкает руку. О, орёл, тварюка. И опять доколпался, я его достать не могу, блин. До свидания. Все. О, пингвин. Здрасте. До свидания. Да, прикольно, еще и первого столбного мяса летит, блин. Прикольная штука. Вроде ерундовая такая жибка. Как бы, ну, такая вполне себе полезная. Так, что мне только органический полимер не хватает, да? А где я тебе его засунул? А, вот он. О, попёрло. Кстати, ерундура такая броня, блин. Не знаю, ничего хорошего не нашел. Прикольно выглядит, конечно, но такая не очень. Олень, добрый день. Ты куда пошел? Что? Как ваше, ничего? Все нормально у вас? Ну и хрен с вами. Идите дальше. Где мой крутой шмот? Так, заметка у нас вот там, вот недалеко, да? Давай, дружок, полетели к заметке. И сделай все это дело под заметку. Да, блин. Снежок везде лежит. Все, никого нету, как ни странно. Обычно тут всякая гадость, блин, лазит. Тираннозавры и всякая такая прочая ерунда. Ну, такое бывает. Что там такое? О, пуровин нападает на оленя.
Кстати, да, тут в этом месте иногда бывает звук выбивает возле синего обелиска. Как бы это нормальное явление, это арк. И тут ничего такого нету. В лесу, блин, частенько, кстати, выбивает. И почему-то начало... Где-то я еще не помню, где-то... А, где южная пещера. Там выбивать начало, блин. Такой вот называется арк. Так, ну давай, сай. О, дружок. Где наш крутой шмот? О, надеваем, одеваем. Все это дело одеваем. Все нормально. Что, засчитали? Все нормально. Вау, крутые красные ботинки. Так, уничтожитель. Это у нас хитиновая броня, да? Хитиновая броня, ну, в принципе, что тут, блин? Немножко хитина есть, блин. У меня много хитина. Как бы можно сделать его, блин? Да. Сейчас мы эту всю броню на место оденем, чтобы холодно не было. И, наверное, пока я на севере, что, наверное, сейчас летаю. Там пещера есть, блин, может какую броню еще крутую дадут. Как бы хитин, на хитиновую броню у меня есть там всякая прочая ерунда. Ну вот я возле уже пещера. Та самая такая, наверное, самая простенькая пещера. Так, что там? Ну, все, стоишь. Стои. Молодец. На тебе лишнее всякое дерьмо. Хитин на тебя. Вот, ее, в принципе, можно скрафтить, блин, за нее опыта дают мало, там что-то около 1000, по-моему, всего лишь. Ничего такого нету, блин. Как бы будет двойной буст или не двойной буст, как бы, вообще ерунда. Что там, где шапка? О, шапка. Все, одеваем. И что получаем? Да, вообще 600 опыта, это вообще ни о чем. Даже двойной буст даже нафиг не нужен. Так, ну чё, блин, пока я здесь, значит, сейчас ещё сгоняю туда в пещерку. Может, что хорошего дадут. Хотя обычно всякую ерунду, блин, но тут чертежи нормальные дают. На эту, блин, на броню. А так, в принципе, что, платформы дают. Каску шахтера дают еще нормальную такую. Как бы ее даже крафтить не надо. Хотя мне как-то раз попадался чертеж, была аж... Вот эта каска шахтера на 400 брони, блин. Ну, это был капец просто. На нее столько надо было ресурса. Блин, вид надо поменять. А то, что пропасть в воду. О, безумный паук. О, улетел. Ты такой молодец. Не понял. Что это такое? Что, тебе там нормально, не жарко? Дилофазавр. Досье на дилофазавра. Ну все, сейчас эту миссию включим и попрем на улицу. Ну, давай прыгай. Не глюкай. Давай, прыгай. Ну-ну-ну, давай. Да, управление, конечно, блин, придумали. Управление под джойстик, не под сенсор, блин, а под джойстик было бы, наверное, намного лучше. Что, даже вышел, нифига себе, с первой попытки. Так, ну чё, блин, сейчас оденем металлическую броню. Заметка как бы взята. Все это дело сейчас сохраним. Кстати, да, я на таких настройках играю, как бы, чтобы она поменьше глюкала. А то после обновления что-то как-то оно очень плохо себя ведет. Ну давай переодеваться. Включаем место за столом, за круглым типа того. И надеваем металлическую броню.
Правда, она пока у меня такая еще более-менее ерундовенькая. Ну, чем дальше, тем интереснее. И чё? О, башмак дали. И ещё нормальный башмак, такой почти на 400, блин. Прям таки хорошо. Ну, дальше еще, конечно, рановато идти с такой броней, блин. Да, потому что она прям ни о чем. Ну, так же по деревне можно же лазить и бить. Да, со звуком там, тут прям беда. Тут не поймешь. Тут. И самое интересное, раньше такого тут не было. Раньше летаешь, тут и как бы звуки, все такое, ветер был, блин, снег шел. А сейчас почему-то тут такого нет уже. Ну, чем дальше, тем интереснее. Хотели добавить в игру Виверну. Что-то гляжу, ни хрена ничего не добавили. Сделали оптимизацию по 12 Android, блин. Хотя на черта она нужна была, я не понял. И кстати, да. У меня сейчас 12 Android. И запись системы у меня тупо не работает. Поэтому мне приходится записывать через микрофон. Ну, такая вот фигня. Хотя раньше можно было запись системы просто сделать, наложить на нее звук и все. Так, ну сейчас посмотрим, что там дали. Что там такое интересненькое. Сохранимся, как всегда. Так, ну и что там такое интересное? Бум, полетел. Бам-бам. Ну все, все, путем. Ну опять платформа и чертеж. Платформа. Кепка у меня уже была. Ну, такая рубашка такая, конечно, не очень. Да, у меня, конечно, даже лучше броня. Ну, всем пока. Вот такая история была. До встречи на канале. Всем удачи.